Привет, дорогие друзья, вы на канале Вилагим. Ребята, у меня для вас есть классный спойлер. На этой неделе откроется магазин зоотоваров. Тот самый магазин, который мы с вами так долго ждем. Будут новые питомцы, а также для питомцев много разных аксессуаров, игрушки. Но все в стиле Avatar World, то есть все на высоком уровне, все красиво и разнообразное, ребята. Мы тут с кошечкой, собачкой прыгаем на батутике. Ребят, смотрите, как это смешно смотрится. Так, все выходит из-под контроля, нужно срочно прекращать эти прыжки. Смотрите, как это смешно. Видео коротенькое, но оно очень интересное. Мы увидим краешек локации с вами. Но оно того стоит, потому что я знаю, ребят, что вы ждете уже это обновление. Пишите в комментариях и спрашивайте, когда же выйдет, откроется магазин зоотоваров. Поэтому я не буду долго тянуть. И сейчас, ребята, вам покажу этот классный спойлер. Все-таки батут в Avatar World очень классный. Мне нравится, что на нем может прыгать абсолютно все, даже подушечки. А еще, ребята, питомцы могут даже делать классные свои движения, прикольные, играть и сразу прыгать на батуте. Это тоже очень смешно смотрится. Я, ребята, в прошлой серии строила магазин аксессуаров с котиками. И там я себе прикупила пижамку, телефончик купила, рюкзачок с котиком и даже ноутбук с котиком тоже себе купила. Если не видел это видео, приходи на канал, смотри. Мы построили очень красивый магазин, в котором все связанное с котиками. А этого котика мы нашли с помощью разгадки секретик, ребят. Поэтому переходи на канал, если не видел мое последнее видео, и смотри его. А мы с вами усаживаемся поудобнее и начинаем смотреть этот мега крутой спойлер. Поехали! Вот вход в локацию, в новую локацию. Мы видим корзинки, кассу и вывеску. На этой неделе, наконец-таки, ребята, смотрите, какой значок разработчики поставили. Они очень старались над этой локацией. И похоже, что локация будет большая и интересная. В ней будет много деталей, и я думаю, что будут свои секреты. Давайте, ребят, посмотрим помедленнее. У магазинчика будут раздвижные двери, а также большая витрина, в которой видно, что вроде бы эта собачка с темными лапками стоит возле миски с кормом. Она как будто бы встала на задние лапки и заглядывает в миску. После этого открываются раздвижные двери, и мы видим вывеску, сердечко и красивая собачка. У нее мордочка, такой собачки в игре нет, какая-то новая собака появится. Дальше мы видим коврик в форме лапки и вот такие красивые корзины, на которых изображено два вида собачек. Ребят, смотрите, такая бело-рыжая и просто такая бежевая коричневая собачка. А также вывеска «Добро пожаловать», на которой изображен серый котик и собачка с бантиком. Новые расцветки и новые породы появятся в игре. Это очень классно. Касса обычная. И здесь можно рассмотреть, что будут голубые стены, какая-то растительность изображена, а также кусочек заборчика, то есть будет все в стиле в природном. В этой локации деревянные полы и зеленый пол, ребята. Локация будет очень красивая, я в этом не сомневаюсь. Конечно же, нам показали очень маленький кусочек этой локации, но все-таки можно сделать вывод, что у нас появится очень много новых домашних питомцев, и это хорошо. И после этого вывеска, что скоро на этой неделе, наконец-таки, локация откроется. И мы видим здесь мышку, новые игрушки, кормушка и нового котика серого цвета, ребята. Наконец-таки мы дождемся и откроется эта классная локация. Я буду очень рада вам ее показать, ну и, конечно же, открыть новые секреты этой локации. Поэтому, чтобы не пропустить новую серию, обзор на новую локацию, обязательно подписывайтесь на канал, потому что на канале уже скоро 500 тысяч подписчиков, ребята. И всем, ребят, спасибо за просмотр, всем классного настроения и встретимся совсем скоро на канале Вилагим. И всем пока-пока!